Добрый день, дорогие девы! Для вас месяц июль – это месяц друзей и единомышленников. Так что смело можете с ними включаться в любые проекты, где требуется коллективный разум. Это может все, что угодно – от создания предприятия для выпуска газеты. Это может быть какое-то ателье по пошиву или кружок филателистов, но в более широком смысле. То есть здесь все связано с кем-то, с тем, с кем вы можете работать, на кого вы можете положиться и кому вы можете доверять. Поэтому это время не индивидуалиста, а время коллективного разума, коллективного творчества. Поэтому смело объединяйтесь и решайте все вопросы. И надо сказать, не зря же говорят, что одна голова хорошо, а две лучше. А если вас будет 3, 4, 5 или 7, то представьте, сколько хороших идей вы можете, так сказать, дать миру. И не только дать, назвав их, но еще и реализовать. Поэтому я за коллективный труд. Что касается вашего достатка, то он обязательно будет, но придет он только при одном условии, если вы будете по козерожье настойчиво решать все свои задачи. То есть не просто от них отмахиваться и сделать, ну, как получилось. Все-таки решать вопросы надо на совесть, надо досконально продумывая каждый пунктик и каждую букву, потому что все это основа вашего будущего. И если вот так вы, так сказать, трезво и настырно подойдете к решению всех своих задач, то поверьте, в деньгах вы нуждаться ни в коем случае не будете. А вот что касается излишней активности, то здесь я бы вас предостерегла, потому что любой импульс, вот такой вот просто импульс как реакция, вот раз и все, необдуманный импульс, он очень чреват сложными ситуациями. Это, возможно, какие-то и травмы, это, возможно, какие-то ЧП. Ни в коем случае я бы, наверное, вам не рекомендовала брать деньги взаймы у государства, то есть оформлять какие-то кредиты, во всяком случае, теперь. Если уж будет совсем финансовая проблема, то обратитесь к своим лучшим партнерам, обратитесь к друзьям, к тем, кого вы знаете. То есть, да, вы можете получить чужие деньги, но не хотелось бы, чтобы это были деньги, которые потом станут для вас кабалой. Поэтому обязательно продумайте все эти вопросы и просчитайте все свои ходы. Ну, и вы же помните, что для вас в этом месяце важны друзья и единомышленники. Я думаю, что если вы озвучите какие-то свои проблемы, то обязательно кто-то вам поможет в их решении. Поэтому я желаю вам верных друзей и решения всех вопросов.